Фара, сестра, проснись. Хадир, это ты? Да, я, покажись. Проснись, Фара. Иди на мой голос. Сестра, покажись, сколько ты уже в одиночке? 10 дней. Тебе плохо? Без еды и воды. Сестра. Ничего, я выдержу. Зачем они разместили нас рядом? Хотят меня расколоть. Сперва пусть убьют меня. Нет, Хадир, ты нужен мне живым. Смотри. Я украл ключ. От чего? Мы это выясним. Вот, возьми. Лови. Есть. Отлично. Спрячь его. Генерал Барков идет. Он знает о сообщениях. Знает ли он, что ты Карим? Разберемся. Гляньте, воссоединение семьи. Как мило. Что, хватит? Так скажи правду. Ведите его на склад. Пусть заговорит. Это я сам займусь. Двери. Руки от нее убери, больной урод! Я убью вас! Надеюсь, вы хорошо пообщались с братом. Не факт, что еще увидитесь. Заткнись и иди в угол. В угол, Фара! Живо! Не смотри на меня, Фара! Если хочешь убежать, скоро ты об этом забудешь. Смотри на меня! Как же жарко в этой богом забытой дыре. Ты, наверное, хочешь пить? Хочешь? А все. Принесу тебе воды. Двери! За мной. Сюда. На стул, Фара. Тебе не сбежать, Фара. И никто тебя не спасет. Здесь командую я. Я могу сделать твою жизнь гораздо, гораздо проще. Ну, расскажи мне о Кариме и неотправленных сообщениях. Отвечай мне. Карим мертв. Хватит защищать его. Себя защищай. Я был с тобой терпелив. Теперь все. Не теряй сознание, увидишь брата в последний раз. Он даст тебе попить. Старайся дышать. Дыши, Фара. Ты сможешь. Я думал, ты хотел увидеть брата. Соберись! Еще! Отлично!
Водой дышать ты не сможешь. Тебе нужен воздух. Не в ту сторону, пара. Дыши воздухом. Я разочарован, Фар. Еще раз. Кто такой Карим? Ну же. Иди в жопу. Следи за языком. Заводи! Я нашел одну из твоих сестер. Я ничего не сказала. Все хорошо, Азаде. Тихо. Ее жизнь в твоих руках, Фара. Продержишься, она выживет. Отключишься, умрет. Еще раз! На это все будет сложнее. Не туда! Не туда, Фара! Уясни раз и навсегда. Главный здесь я. Я дал тебе шанс спасти жизнь. Сейчас покажу, как ее. Нет, она не опасна. Нет, пожалуйста, нет! Уберите это. Да чего ты меня довела? Ты должна быть голодна, Фара. Поешь? Поговорим. Ну же. Ты думаешь, это игра? А? И ты можешь выиграть. Игры кончились. Твой брат украл у меня ключ. Где он? Ты ключ потерял? Один пропал. Но есть другие. А что он открывает? Умный себя считаешь. Карим. Да? Я знаю. Давно знаю. Где ключ, который украл твой брат? Я жду. Какой ключ? Который ты прячешь. Эта страна – настоящий рассадник терроризма. Я пришел, чтобы нести закон и порядок. И ни один террорист не причинит зла моей стране. Я защищу Россию. Тихо. Что, черт возьми, происходит? Убейте всех, заприте их на складе, сожгите его дотла! Ты не спасла своих людей, Фара Карим. Ты их убила! Вертолет мне, быстро! Бою, блядь, бою! Сидят свободно, не туго. Нужен инструмент. Ложка. Идеально. Хорошая заточечка. Да. Иди. Прямо сейчас. Отлично. Камни. Почти. Да, сработало. Thank you.
здание. Приказ генерала. Не подходит. Надо попасть туда. Можно залезть наверх по стулу. Потом заберем других наверху. Кто передвинул стул? Двери камеры открыты. Твою мать, она сбежала! Кто тебя убьет? Почему меня? Это же твоя секция! Это она. Так ищи ее, болван. Я пытаюсь. Пытайся лучше. Тебя. Вот черт! Если ты там,
то учти, что выход один. Мимо меня ты не пройдешь. Лучше сразу сдавайся. Они пропали! Сколько человек? Небольшой отряд! Пусть не может. Сам посмотри! Может, лучше ты? Как они нас нашли? Кто-то навел. Это спасение! Не побег. Я иду, сестры. Фара! Сюда! Сестры! Ты сбежала! Так и знала. Охранники ушли. Что случилось? На людей бросили. Нам надо уходить. Спасибо, сестра. Фара! Идем! Оружие здесь! Спасибо, Хади. Барков убил Тамазаде? Да, убьем его. Охранники возвращаются. Скорей, устроим засаду. Как? Целься и стреляй, пока не упадут. Как мы и говорили. Молодцы, сестры! Барков запер. Скорей туда, пока они еще живы. Вы все молодцы и очень храбрые! И ты тоже, сестра! Мы пытаемся! Спасибо, Карим! Освободим остальных со склада, пока еще не поздно. За мной, сестры! Смотри, на вышке! Там держат пленных! Русская машина! Цель! Осторожно! У них гранатомет! Он в тебя целит, Фара! Осторожно, снайпер! Огонь! Надо дойти до склада! Мы уже близко к складу! Thank you.
Отлично! Кариб! А ну стой! Бросить оружие! Нет, не стреляйте! Кто командир Карим? Это я, Карим. Сообщения дошли. Лейтенант Джон Прайс. Где остальные? Там, впереди. Будь рядом. Ну, пошли. Чисто. Химзавод. Он сжигает улики. И пленных. Мы будем пробиваться. Назад! Пошел! Все чисто. Надо их оттуда вывести. Я включу оросительную. Открывай дверь, Кайчан. Давай! Ходи. Сильнее! Хадир! Сестра! Хадир, все хорошо. Они здесь. Да. Мы справились. Ты справилась. Переведи дух. Собери выживших и припасы. Мы уходим. Идите на север, не по шоссе. Браво 6, Кобальту 4. Время прибытия? 10 минут. Так, будьте рядом. Быстрее, пока Барков не вернулся за мертвецами. Иди, жди нас. Да, Фара. Ведь он заставит вас заплатить за это. Мы его заставим. Будем готовы. Наши расчистили путь на север. Для лагеря там безопасно. Спасибо. Это начало революции, сестра. Нет, брат. Начало войны. Даже на войне вы люди. Помните. Право 6, взлет через 2 минуты. Двадцать лет гражданской войны. Гражданских почти не осталось. Хадир обучен. В команде он или в плену, без разницы. Он забрал газ в Россию, Джон. А помогла ему Аль-Катала. У него ресурсы и возможности. Сложно его в чем-то винить, а? Между нами, да. Но не только в Хадире дело. У нас 2 варианта. Предупредить Москву? Или отплатить России матушке ее же монеты. Погибнет куча невинных людей. От рук агента Запада. Ладно, давай ближе к делу. Что ты предлагаешь? Командировку. Без приказа? Да. Кто еще? Старые друзья. А сержант? Он готов. Я сделаю, что смогу, а дальше вы сами. Оружие только местное. Я разберусь. Отличный тут вид, Николай. Тут одно время была столица. Прежние деньки. Вижу двоих у двери. Внутри еще Аль-Катала. Подъезжай, машина. Следи. Хороший мост. Хрен припаркуешься. Это мясник в желтом. Тот гад из посольства. Газа нет. Хадира нет. Следи за переулком. Заманчиво. Нет, не надо. Мясник выведет на Хадира. Или будет газовая атака. Если это случится, мы будем в жопе. Вооружимся и вперед. Времени нет. Сюда. Сколько у нас? Несколько часов. Или меньше. Не в защите собрал, что успел. Глушители, патроны. Светошумовых нет. Молодцовник. Экспансивный 30-й. 150 гранов. Твои любимые. Спрячь пока. Встретимся на складе. Понял. Не забудь посылку. Будет сделано. Я знаю, что ты хочешь поквитаться с мясником. Этого гада, сэр, давно пора закопать.
Такой шанс у тебя будет. Но сейчас мясник нужен нам живым. Привет. Здравствуйте. Доброе утро. Неплохо. Это все, что я знаю. Снимем охранников, чтобы они не смогли предупредить остальных. Потом заходим в заднюю дверь. Понял. Стреляем по моему сигналу, не раньше. Спокойно, друг, у нас разрешение есть. Покажи им. Отлично. Николай, прибраться. У меня пакеты. Все предусмотрел. Работай осторожно. Мясник выведет нас на Хадира. До тех пор он нужен нам живым. Отлично. Если волк жив, он будет вами гордиться. Если же нет, мы донесем его истину вот до тех, кто сует нос. Желтый за столом. Дело. Это возмездие. Сегодня боль и страдания познаем. Работай, не мы, Гарик, мясника не убивай. И отдельное спасибо нашему новому солдату. Новому чья солдату. Воля сильна. Хадир. Он настоящая находка. Если волк жив, он будет вами гад. Мясник убегает! Убейте их! Чисто! Все чисто! За ним! Я прикрываю! Отдохнули и будет. Не дай ему сбежать! Бери его! Готов! Дверь на улицу открыта! Мясник убегает! Гражданский, осторожно! На север. Понял, я вас отслеживаю. Как? По выстрелам, разумеется. Иди за ним, я пойду кругом на перехват. Мертвый, он бесполезен. Иду кругом на перехват. Понял. Они умрут. Кругом на перехват! Сука, ты меня понял? Они умрут из-за тебя. Сержант? Я жив, сэр. Цель уходит к реке. Сержант, мясник уходит по мосту. Танцар, впереди! Машина! У них РПГ! Убей их! Он срезает через кафе по набережной к югу. Ты где? Я на подходе, капитан. Берегись подкрепления. Откуда же они берутся? Осторожно, молотом! Он уходит! Найди проход. Сотрясением особо не побегаешь. Просто царапина. Машина!
надо знать, куда отправлять ваши головы! Нахер эти говна кусок! Так, у нас проблема. Что? Движок пошаливает. Химикаты! В жопе твоей, русский! Ничего ты мне не сделаешь, слабак херов! Перестань, капитан, топорно работаешь. Ты думаешь, я тебя не помню, сасовец? А ты, сержант? Ну, эй, спокойно! Ты сраный придурок! Надо расколоть этого гада! Сейчас так и сделаем. Николай, где посылка? Сейчас будет, капитан. Иди к Николаю, забери посылку и возвращайся сюда. Сержант Гэрик, посылка в машине. Что это такое? Пожалуйста, это отпустите нас! Мы ничего не знаем! Переговоров. Возможно, мясник передумает. Мама, что случилось? Все, все хорошо. Не делайте моему сыну больно. Мы сделаем все, что вы скажете. Мама. Не бойся, ты у меня храбра. Куда вы нас забираете? Мы идем, мама. Мы поговорим с людьми, а потом вернемся домой. Я буду ждать... То, что вы делаете, непростительно. Мы не виноваты. Я хочу знать, почему мы здесь. Ты можешь уйти. Останешься? Останусь, сэр. Отлично. Отдай. Нет, пожалуйста, нет. Уса. Амар. Папа. Осторожнее, сними, сука, ты сын! В полную силу хотел? Смотри. Смотри, что ты наделал. Здесь твой сын, твой ребенок. Ему несложно обижать детей, да, сержант? Нет. Заткнись. Что ты наделал? Я же говорила, не впутывай в это нас. Капитан, я пойду. Конечно. Бери, сержант. Что вы хотите с нами сделать? Никто с вами ничего не сделает, милые мои. Эй, нет! Прошу вас, мы с этим никак не связаны, честное слово. Папа, я не хочу. Все хорошо, папа здесь. Никто тебя не обидит. Да. Меня стреляй. Убей меня. Давай, убей меня. Ты никогда не найдешь того, что ищешь. Эй, послушай, хватит, они совсем ни при чем. Остановись! Как и мальчик из посольства. Послушайте, не надо. Прошу, не трогайте их. Сержант, капитан. Не надо, им нечего вам сказать. Кехадир и газ, я спрашиваю. Вам ничего не исправить, ничего. Что должно случиться. Да, стреляй, давай, стреляй. Покажи капитану, какой ты крутой. Ну, стреляй. Давай.
Он здесь, сержант. Что скажешь? Как тебе револьвер, сержант? Боишься, сержант? Ну и кто же тут у нас трус, а? Ты, сержант. Посмотрим. Черт. Это ты спустил курок, не я. Не сомневайся, я не разрешил бы сержанту брать в помещение заряженное оружие без необходимости. Так, последний шанс. Где газ? Пошел ты. Заряжай, сержант. Сержант, пожалуйста, я прошу вас, не трогайте моего сына, пожалуйста. Не трогай его, послушай. Нет, пожалуйста. Ладно, ладно, слушай. Кировский театр. Нет, это правда, клянусь, правда! Газ там, в Кировском театре, клянусь тебе! Где Хадир? Свежая кровь. Вы его уже не остановите. Идите, сержант, спасайте своих долбанных русских. Генерал Барков уже умрет. Хадир, он охотится на Баркова. Мы все, у тебя минута, мы уходим! Россия и Запад начнут воевать и оставят нашу страну. Иди, сержант. Николай, газ в Кировском театре. Забирай, выходи на связь, как обычно. Сойдет. Карета подана, она вывезет вас из города. Хадиру Баркова, он собирается его убить. И начать мировую войну. Нет, если мы успеем раньше. Гарик, сюда, прикрывай нас. Принято. Один. Входит. Не двигаться! Разлежите меня, твари мелкие! Так, разлежите! Вижу химикаты. Внимание всем! Заложники в безопасности. Химикаты целы. Мясник здесь. Вас понял. Расчеты химзащиты уже в пути. Город может спать спокойно. Эй! Впереди пост. Из-за нас? А какая разница? Перекрыто. Что делаем? Шок и трепет. А если не разбегутся? Тогда все полетит к чертям. 3 секунды. Времени полно. Ни хрена себе. Николай нам булки спас. А если погони? Не будет. Босс, хрена ли мы тут делаем? Мы разгребаем бардак. А женщины и дети? Они инструменты. Они были заложниками. Когда снимаешь перчатки, можно руки кровью запачкать, Кайл. Всегда так было. А черту-то мы где проводим, сэр? Где тебе нужно, там и проводишь, сержант. Кто-то ведь должен заставить врага бояться темноты. Мы пачкаем руки, а мир остается чистым. Такая идея. А если у тебя есть сомнения, я все и сам могу сделать. Нет, сэр. Нет сомнений. Отлично. Теперь найдем Хадира, пока он не убил Маркова. Группа поиска. Команда Хадира. Еще ищем. Мы не опоздали. Найдем Хадира, пока он не начал третью мировую в подвале у Баркова. Будь рядом.
Все тихо. Значит, Хадир взял все под контроль. Баркова может отменить. Считаю, что есть. Если и нет, то будет. Там везде будет Алькатала. Главное наше преимущество – темнота. Прячься и в бой вступай только при крайней необходимости. Если Хадир находится в доме Баркова, то мы обязаны его найти. Стреляют. Пошли. Эти ворота – наша точка входа. Разбей выстрелом лампу. Мы укроемся в темноте. Пошли. Впереди враг. Не стрелять. Слишком много. Не высовывайся. На свет не выходи. Идем, не высовывайся. Надо отключить электричество. Вон на стене щиток. Выход заблокирован. Выруби свет, это их отвлечет. Жди, когда отойдут. Так, они разделились. Двое справа. Сначала их. Двое справа твои. Теперь остальных. Все чисто, пошли. Смотровая площадка впереди. Вот и комплекс. Посмотрим, кто там против нас. Что у нас, босс? В главном здании тихо. Есть движение в часовой башне, в церкви и у бассейна. Спускайся. Я поведу наблюдение. Осторожно, их слишком много. Если что, можешь попробовать скрыться. Погасил этот фонарь для тебя. Часовая башня впереди. Отлично. Ищи щиток с предохранителями. Если выключишь свет, у нас будет преимущество. Кажется, у них кто-то есть. Проверь, там ли Хадир. У него может быть Барков. Поищи пленника у часовой башни.
буду избивать тебя до смерти. Даже после того, как ты мне все скажешь. Это базар, идиот. У тебя есть еще и стрёмка, которая может сломать. Лаборатория. И где он? Где она? Ну давай, ври дальше. Тебе это хуже делаешь. Смотри на меня. Я человек, на которого ты работаешь. Это зря. Дерьмо, кусок. Я буду избивать тебя до смерти, даже после того, как ты мне все скажешь. Идиот! У тебя ведь еще и стрёмка, которую сломать. Лаборатория. И где он? Где она? Хадира нет, но у них есть пленный. Узнай, что известно пленному. Любая зацепка может вывести нас на Баркова. Я не предам свою семью. Сильно досталось бедняге. У бассейна и у церкви есть еще люди. Узнай, там ли Хадир. Осторожно. Машина противника ведет наблюдение. Держись подальше. قتلناهم كلهم ما في شيء هون مسك يا واطي كل شيء تمام كمل دوريتك كل شيء تمام كل شيء تمام Вижу врага слева от тебя. У главного здания активности мало. Можно пока туда не идти. Они поняли, что что-то не так. Действуй скрытно, и они не будут знать, где ты. Осторожно, он не один. Я его возьму. Ну-ну. Впереди цель. Так ты останешься незамеченным. Осторожно, у них пушка мощнее. Ты разворошил осиное гнездо, Кайл. Теперь они ищут тебя. Минус. Под бассейном есть окно с крыши. Через него ты можешь попасть к пленнику. جيوشنا قوية وقضيتنا عادلة كشعب واحد يجب Кадира не вижу. Тут очередной пленный. Проверь, может ли он говорить. Говорить. Минхон!
Мой отец. Мой отец. Черт, капитан. Заложник, родственник Баркова. Люди Баркова приходили домой к Хадиру, а теперь все наоборот. Иди к церкви. Если у них заложник, он долго не продержится. Не бросай! أبو سعير، قمتوا شيء نسبجين أو ولا لسه؟ أبو سعير، أنت هونيك أخي؟ ما عندي شيء بلغ عنه، راح ضل عم دور. نبلغتري. ما شفت أثر للعمل. Вижу цель впереди. في شيء غلط. رايح شوف مرة تانية. Вижу цели слева от тебя. Стой! Вот впереди. Погасил этот фонарь для тебя. Здесь щиток с предохранителями. Можно вырубить свет во всем здании. Вижу врага перед тобой. للعدو. بس في شي غلط. ميتكي ويستريل. Ты подходишь к церкви. Они усиливают охрану. Из главного здания. Они выполняют подкрепление. Пять врагов выходят из главного здания. Там в церкви долго не протянет. Тебе нужно сказать мне, где сейчас Парков. Мне нужно знать место. Впереди цель. Ты мне скажешь! Мы
Мы знаем про химическое оружие, которое... Ланни, Шамиси! Вижу цель впереди. Вы не можете следить за своим же орудием убийства! Где лаборатория? Давай! Я всю ночь так могу! Шуэм ясыр, Генри! Хамиль Даурити! Ваши дозвоны! Ты сам голову! Мэра, Хену! Шуэм ясыр, Молотов! Мэра! Кадир не обнаружен. Узнай, выдал ли пленный Барков. Шуами сирхник. Кто такие? Третий этаж, 4-5-1. Третий этаж, 4-5-1. Его раскололи. Он все время повторяет. Третий этаж, 4-5-1. Это все, что у нас есть. Иди на верхний этаж главного здания. Встретимся там. Третий этаж, 4-5-1. Осветили тут все, будто стадион. Быстро на третий этаж. Работаю. Захожу внутрь. Иди на третий этаж. Нам надо выходить. Иду на третий этаж. Целься осторожно. Я наверху. Открывай дверь. Я тебя прикрою. 4-5-1. Ты тупой ублюдок! Где Барков? Его здесь нет. Семья была. Вы его защищаете? Нет. Мы забираем тебя. Пошли. Слушайте, я вам не враг. Я знаю, где делают газ. Знаю место. Химзавод Баркова. Да. Я его уничтожу.
Мы по-прежнему союзники, капитан. Но не так же. Тогда помогите нам, пожалуйста. Помогите моей сестре. Слушайте. Ложись! Я знаю выход. Северные тоннели. Ты у меня под арестом, без глупостей! Дверь застряла! Кайл! Дверь застряла, быстрей! Дальше, дальше! Вниз по лестнице! Ты расшевелил осиное гнездо! Продолжай по ним стрелять! Помогите Гэрику, я прикрою. Сержант, ты цел? Берегись, летит! Поднимайся, мы сваливаем! Сержант, оружие! Я их вижу! Мне нужно... Вижу цель! Сюда! Заперто! Прайс, нужно чем-то ее открыть! Возьми! Открыто! Пошли! Ракета, осторожно! Соберись, сынок. Собран как никогда. Тогда помоги атаковать лабораторию. Вот уж нет. Тебе теперь крышка. Капитан! Это путь в один конец, ты же знал. Тогда вы поступите как надо, да? Босс, скажите, что мы закончим дело. Понадобится помощь. Получим ли мы ее? Пошел. Капитан, прошу, дайте Фаре планы, скажите правду. Ты сможешь сказать ее всему миру. Мне плевать на весь мир. Я думал о сестре. База вызывает 06. Союзная авиация заходит с юга на 180. Подзывной хранитель 1. Понял. Это Ласвелл. Что ей тут нужно? Чую кровь. Вот, это данные. Держи при себе. Да, сэр. Кому? России. Обмениваем? Отдаем. Что скажешь, босс?
Подожди. Не усложняй, капитан. Переубеди меня. Это война посредников, Джон. И мы все просто пешки. Говори за себя. Передавай. Да, сэр. Кадир твой, данные мои. Что бы ты ни задумал, я помогу. Я позвоню, если что. Я знаю, каково это, капитан. Не в этот раз. Хадира отдали русским. Его убьют? Если повезет. Вы опять спасли свободный мир, капитан Прайс. Хадир нашел завод Баркова в Восточной Грузии. Химзавод? Хотел его уничтожить. Хадир совсем рехнулся. Все мы чуток рехнулись. Не так ли, Алекс? Так точно, сэр. Поможешь? Мы закончим, что он начал. Вы хороший друг, капитан. И явно опасный враг. Но я не лезу за чужие границы, а берегу свой народ здесь, дома. Но иногда лучшая защита — это... Здесь все есть. Планы... Персонал. Ясно. Это может сделать ополчение, не связанное с Западом. И все свалят на террористов. Ведь так? Не зря я вам верила. Если Барков там, он мой. Это тайная операция по уничтожению лаборатории Баркова. Там внутри Николая, он обеспечит взрывчатку. Два отряда проникнут туда. Мы с Гериком установим заряды на трубах. Фара и Алекс, возьмите у Николая детонатор, заминируйте главный реактор. Как установите заряды, отходите на безопасное расстояние и взрывайте. Ласвелл дала нам поддержку с воздуха, остальное за нами. Бойцы на северной стороне моста. Запрашиваю удар. Вас понял. Тук-тук! Кто дома? За мной! Не отставать! Периметр открыт, Кейт. Мы идем. 3-1, передать управление ударом с воздуха. Авиация теперь ваша. Понял. Спасибо, Кейт. Контроль у вас, 3-1. Собирайтесь по неправильности. Отбой. За мной! В колонну! Ягуар 4-7. Я Эхо 3-1. Прошу атаку. Цель помечена. Эхо, Егуар, к бою готов. На берегу стрелки! Вертолет на подходе! Мимо! Давай еще раз, внеси поправки! Вертолет мимо, отлично! Вот такой бункер! Вот такой бункер! Эхо,
Уничтожаю! Сработано. На вершину холма! Все понятно! Прикрой! Ну, давай! Осталось двое! И мы!
Всем, кто заблокирован, нужна помощь с дверью. Чисто! Не получится, Эхо, здесь враги. Отряд Эхо, начнете отсюда. Пробейтесь к Николаю за зарядом. Надеть маски, Барков может пустить газ. Смотри, рабочие уходят. За работу! Пробьемся! Для лаборатории они вооружились на совесть. Мы все это похороним. Рассредоточиться! Осторожно! Идем, второй этаж. Идем на третий этаж. Запад, берегись! Заряды. Взрыв начнет цепную реакцию. Взорвем реактор, пахнет все. Правильно, не потеряй. Зачем помогаешь? Барков позорит мою страну. Это непозволительно. Спасибо, Николай. Отнесу остальное Прайсу и Герику. Увидимся на той стороне. Дерьмо, кусок!
нас проблема. Эхо, я главный, как слышите? Слушаю, главный. Вижу генерала Баркова. Повторяю, он идет к вертолетной площадке. Главный, эхо на подходе к реактору. Ставьте заряды и уходите. Вас понял. Конец связи. Слышала? Идем. Реактор там. Там дверь. Иду. Чисто. Что случилось? Детонатор накрылся. Ну да. Я пойду. И зачем? Поджечь реактор. Ты не успеешь уйти. Я знаю, что делаю. Фара, послушай. Нет, это ты послушай. Из-за этого газа мои люди испытали нечто похуже войны. Я просто не могу теперь уйти. Я не прошу тебя уйти. Только отдай мне приказ. Не отдам. Командир, прошу. Нет, я не твой командир. Ну а кто? Кто-то должен зажечь этот огонь, а кто-то убить Баркова. И то ты не сделаешь. Я выполнял приказы всю жизнь. В такой я могу поверить. Дай мне приказ. Ты борец за свободу, Алекс. А ты лидер, Фара. Дай приказ. Иди. Есть, мэм. Удачи. Эхо у лестницы. Фара идет за генералом. Понял вас, Эхо. Пробиваемся к трубам. Отбой. Готов, сержант? Нет теперь правил, да, капитан? Никаких. О, на снайпере и покажем. Противник вышел из укрытия. Заряды, начинай! Труба заминирована! Твою мать, Парков сваливает! Фара, Николай, где вы? Мне все равно, сколько сейчас времени! С Москвой мне связь! Быстро! Повторяю, Парков улетает! Скажите им, это Фара. Генерал Парков! Фара! Меня не будут игнорировать! Ждите! Есть контакт! Все равно, сколько сейчас времени! С Москвой мне связь! Быстро! Скажите им, это генерал Парков! Меня не будут игнорировать!
говорил тебе, Фара. Давно говорил. Нет! Рот закрой! Посмотрим, умеют ли псы летать. Фара, что там у тебя? Капитан, Барков мертв. Понял. Алекс, заряды установлены? Так точно, сэр. Алекс. Реактор окружен. Я отсюда не выберусь. Закончим дело. Спасибо. Да, мэм. Все чисто, капитан. Понял. Все посты по моей команде. 3, 2, 1. Россия, матушка, одобряет. Куда летим? В Урзыкстан. Домой. Чай? Да, приличного пива. Тут все равно нет. Россия бросила Баркова. Но выбора у них особо не было. Он мертв. Ты неплохо замял нашу проблему, Джон. Пока. Но без присмотра. Нет, нет. Генерал Шепард достал файлы, что ты просил. В чем конкретно их суть? Спецгруппа. У нас уже есть хвосты. Я их обрублю. Я плачу агентам, а не боевикам. Тогда пей свой чай. Захаеву нужен трон Баркова. Я чуть не закопал его в Припяти с Макмилланом. То был отец. А это сын, Виктор. Славная семейка. Они поклонники Хадира. Это объясняет, почему он еще жив. Хотят вытащить его. Тогда и мне что нужно. Кто с тобой? Сержант Гэрик. Кайл? Его называют Газ. Он вроде не спорит. Джон Мактавиш. САС, снайпер, подрывник, кличка Соуп. Почему? Засекречено. Вот и он. Саймон Райли. Нет фотографии. И не будет. Но остальное... Знать пока незачем. Если не договоримся. Как ты называешь свою команду? 1-4-1.